Всем привет, это психиатр, мы продолжаем играть с героев Чай Магии 5. Так, ну и мы тут хотели, кажется, вот на этих напасть, да? Блин, да что ж такое? Блин, ну у нас тут герой вообще вафель. Не знаю. Я там забыл. Вот, только что на этом попался, опять на те же грабли, да? Ну и хрен тогда. И что тут среднее? Ой, чувак, иди знаешь куда? Чувак, точнее, иди в замок, наверное. У тебя день там поиска нету. Чем ты, блин, сражаться можешь? Так, а вот теперь мы можем и тут вести кукарей поставить. Замечательно. Так, что мы ставим? Тут мы ставим друидов. Тоже говорят, вещь неплохая. Всё, окей. Кстати, нехило нам тут ресурсов накидал в начале игры. Прям доволен. Так, давай. Сразу поставлю. Забудь. Так, 7 уровень, да? Метки. Эти инструкции. И давайте клинку. Коленки пусть будут. Так, 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 так. И дорожки. Наверное, цитадель стоит поставить. Так, теперь ты пошла. Так, ну-ка. Вот, красота. Так, супер, да? Так, ну ладно, ты посиди пока, еще кое-что там купим. Вот, понижишь. Так, замечательно, что без потерь. Стены удачно затащила. Так, 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 золотишко. Не пропускать. Кстати, а вот мы какой-то проход на нашли, не смотрите. Видаю, ну вышли. Хорошо. Так, давай тоже. Кстати, он может раскатать ракшас. С истинной этой удачей. Так, ты тоже займи. Удачи никому не мешает. Так, ты же этих сможешь разбить? Даинчик. Вот, красавчик. Так, соберем. Тут подберем. Кстати, а вот мы к этому там вышли. Блин, ну не знаю, давайте попробуем сюда напасть. Так, ну поехали. Не-не-не. Ну я знаю, как они потеряли, скорее всего. Так, вот так вот расставим. Сейчас они улетят. Не, смотрите-ка, я думал, они вверх полетели. Понятно. Блин. Давай выйдем. О, красота. Так, кого надо? Наверное, этих. Ага. Так, трёшечку. Дальше. Так, болит, давайте так. Красиво. Так, вот теперь вопрос. Ну давай, хрен с ним. Эх. Нет, так вообще не пойдёт. Да ёпта, блин, не крутите меня. Не-не-не, сейчас подумаю. Наверняка тут можно как-нибудь по минимуму
потерять. Вот. Ну или хотя бы без потерь лучников. Нет, смотри, я тоже не дам. Так, ну что ж, давайте тогда немножечко по-другому. Поделим единички. Так. Ну как-то так. Хотя эти давайте тоже выставим мои. Не помешаете. О, смотрите, в этот раз они взлетают. Вот же мрайка. Так, wait. Ну сейчас мы всеми отходим. Максимально вдаль. Так, это же у нас 30-ка. Фак, вот же мразь, а! Говнюк вонючий. Блин. Не, я добьюсь, чтоб тут либо с этими, ну, короче, без этих эльфийских кукарей. Тогда не так, разделим. Пойдем. Так. Окей. Тогда мы поделим вот так, знаете? Сюда. Да, сюда. Вот так. Посмотрим. Так, будут ли они взлетать сейчас? Сейчас. Интересно. Глядите. Да, они взлетают. Так, ну теперь мы можем отойти всеми. Вот. Замечательно. Ага. 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 Так, отлично. Так, ты, наверное, давай добей вот эту пёшечку, чтобы она уже не мешалась под ногами. Так, погоди. А грифоны ведь всегда отвечают, да? Бесконечная такая магазин. То есть снимать ответ не позвонит. Так, тогда сделаем вот так вот. Так, ты. А ты, наверное, давай вот так вот. Ага, и смотрите, он сможет ударить только одного. Всё, вы давайте в защиту. Всё. Вот. Так, вот, делением на единички мы максимально с потерь сразились. Так, давайте сохраним на всякий случай, а то, блин, он может. Блин, наделать жару. Давай, чувак. Вроде как нормально. Махались.
Так, отлично. Замечательно. Так, ну я не знаю, ты сможешь размотать этих песиков? Блин, они бегают быстро, собаки. Эх, Цербер. Наверное, ты не сможешь, чувак. Ладно, я не знаю. Так, теперь ты. Что касается тебя. Ты давай финалу. Отлично. Вообще, красавчик. Ага. Так, южный вид. Все прекрасно знают, что это такое. Думаю. Блин, все равно не точно. Так, чуиха. Так, я хотел замкрыть кого-то, да? Крэн, ты. Стрелок лука, наверное. Так, ну и теперь... Может, вы и завалите кого-нибудь? Скажите, завалите. Шансы. Блин, что-то как-то все равно героиня у меня спалит. Ну ладно, попробуйте с песчиками. Это, наверное, не получится. Так, давайте плюс 4 феи. Блин, нам вот нужен корабль сюда. Я не могу. Я просто что-то не понял. Мы что-то как бы вроде... А, вот, слушайте. Все, я курил. Нам нужно, короче, вот туда пройти. Тут вот нельзя не пройти. Все, а то я, блин, сначала не пойму, что мы на острове на каком-то сидим. Вот, и выйти куда не можем. Теперь я понял, все. Так, давайте попробуем. Нет. Тираэль. Так, Тираэль, ты помоги. Давай это, песик, если можешь, скатай. Ой, блин. Что ж такие потери на этих островах? Ой, господи. Так, ладно, давайте попробуем соединить все войска. Вот, слышь ты. Ты отдай это, и дай это. Он красавчик. Ты не очень. Он красавчик, ты не очень. Слышь, ты что? Так, блин, да что так? Они улучшены. Но... Блин, так доставьте к себе. Так, выдаем. Да? О, красавчик, господи, меня скатали. Так, и наш первый объект. Кстати, нормально так отходно. Эх, жалко, тут не пишут, сколько всего обелисков должно быть. Было бы удобно. Слышь, чувак. Так, опять. Блин. Нет, спасибо. Thank you.
Блин, ну чё, мы тут всё заплатили, нам осталось только сюда идти, я так понимаю. Ещё, правда, Ракшасы остались, которых мы не можем убить. Хотя, вот этот чувак, наверное, затащил. Пошёл. Блин, что ж такое? Так, лучше подходить, понять, если вообще не было. Так. Так, нам нужно вот этих вот сказать в первую очередь. Так, ладно. Или можно подставить девяточку. В принципе, я, наверное, так и сделаю. Блин, болит. Так, эффекты давай. Вот, нормально, сразу будет закрыт. Так, правда, теперь. Вот, красавчик. Так, теперь уже забить. Так, вот эта мразь не доходит, а вот это нас ударит. Так, хорошо. Выйдет. Умная мразь. Но, тем не менее, кстати, неплохо на 9 фей так разменяли. Не знаю, можно ли здесь было как-нибудь поменьше потерь понести. Ну, я как смог, понравился. Ладно, ребята, я думаю, на этом мы этот выпуск закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Психинатор.